Вместе с экспертами программы «Рыбалка без границ» мы отправляемся в Латвию, где нас ждет интересное приключение на реке Педедзе. Здесь в изобилии водятся ручьевая и радужная форель, а также голец и хариус. Рыбалка нам предстоит деликатная. Мы будем использовать лайтовые удилища с тестом до 7 грамм и, соответственно, приманки в том же тестовом диапазоне. Не огромная ли она? Нормально. Вот так, да? Ну, классический ровный вариант такой. Слушай, а какого размера рыбы может съесть такое? Не маленькая. Такая. Вот такая вот. Вот такой гольчик спокойно съедает. Просто встречевая опарыша. Такая абсолютно гадкое создание. Ну чего же? То есть для как бы такого идеального варианта, так как он сам по себе чуть-чуть вроде как имеет изгиб какой-то. Покажи, каков он, да, вот должен быть на крючке. То есть я люблю, когда он буквально вот чуть-чуть изгибается. Вот так. Тогда в воде он прям как живой. Вот так делает, да? Да. А яркость головки имеет какое-то значение? Ну, больше, наверное, для рыболова. Вы как думаете, это хороший вариант? Правильно мы ее оснастили? Хороший вариант. Вот так головочку. Дальше. Чтоб она, да. И она вот такой легкий изгиб имеет. Смотри, вот здесь есть еще, вот здесь резины всевозможные. На, посмотри, какие вот. Кстати, вот можно попробовать еще оранжевые. Есть оранжевые, натурального цвета червячки, розовые. А там были те какие-то прям ярко-ярко розовые. Вот смотри, есть, значит, вот такие, есть вот такие из розовых. Это можно. Значит, вот смотри еще раз, значит, про личинку вот так или как-то посильнее ее надо? Нет, не обязательно сильнее, ее достаточно вот такого так, да? Плана, да. Неужели она это ест? Я с трудом представляю себе, как рыба может это есть. Здесь торчит огромнейший, с моей точки зрения, крючок. Просто невероятно огромный. Как она это будет все есть, я пока не понимаю вообще. Так, и вот чудная приманка. Вот такая, да, штучка? Да. Да. То есть это рокфишевая стрейчевая резина, такая розовенькая, на тоже рокфишевой головочке. Или попробовать вот такого червя, смотри. Можно и такого, кстати. Можно какой-нибудь 0,9 с длинным цевьем насадить. Сегодня у Андрея будет немало возможностей опробовать весь арсенал приманок, который был заранее подготовлен и привезен сюда Владимиром Иноземцевым и Сергеем Ждановым. Это два именитых российских спортсмена, специализирующихся на спиннинговой рыбалке. Причем Владимир в 2010 году был наставником сборной России по спиннинговой ловле и добивался при этом выдающихся результатов на международной арене и как спортсмен, и как тренер. Советы этих профессионалов очень пригодятся в нашей сегодняшней рыбалке, так как Андрей Старков приехал в Латвию впервые, и без знающих эти места гидов ему просто не обойтись. А река Педедзе была выбрана ими не случайно. Именно здесь расположена небольшая рыборазводная ферма, ежегодно наполняющая реку радужной и ручьевой форелью, хариусом и гольцом. Как раз сейчас Владимир об этом и рассказывает Андрею Старкову. Так что давайте присоединимся к нашим героям. Тем более, они уже собираются посетить небольшой заводик по выращиванию рыбного молодняка. А там есть на что посмотреть. И вот он, какое-то количество, там порядка 50 тысяч малька выпускает ежегодно в реке Латвии. А это, насколько я понимаю, ферма, да? Да, а это вот как бы вот эта вот ферма, она пойдемте такая... Пойдемте посмотрим, что там. Очень интересная ферма. Доброе утро. Это вот Антон. Здравствуйте. Который нам сейчас ее любезно откроет и все покажет. Вот так все и происходит. Здесь сидит маточная поголовье, вот видишь, мальки. Здесь она по возрасту, условно говоря, распределена. Здесь есть помельче, покрупнее. И плотность довольно серьезная, да? Да. Именно здесь берет свое начало форелевая армия, которая заселяется в реке Латвии. Примерно вот такого вот размера как раз вот и выпускается форелька. Это ручьевая форель, да? Да, это ручьевая форель. Попробуем достать гольца. Очень необычную рыбу. Не видел никогда их. Даже не представляю, каков он, этот голец, чтобы рассмотреть его поближе. Ух, какой красавец. Он гораздо более светлый, да? И вот эти, смотри, белые плавники, которые я всегда видел на фотографиях, они на самом деле, смотри, довольно яркие. Да. И на крючке он ведет себя несколько побойчей, чем даже форелька. То есть такой боец-боец. И смотри, морда тоже такая более округлая, нежели у форели, да? Здесь сидят большие гольцы, это маточное поголовье. Они огромные и очень агрессивные. Смотрите, очень красивая рыба. Мне кажется, оказаться здесь, в детском, скажем так, садике, где форелевые рыбы набирают вес, воспроизводятся, рождаются и дают потомство. Это очень круто. Никогда даже не мог себе предположить, что эта чудесная рыба, житель быстрых горных речек, может родиться вот в таких контейнерах, жить, набирать массу. И отсюда она отправляется в большое приключение в дикие реки, даря радость нам, рыбакам. Очень интересно. Ощущение невероятное. Рыбы самых разных размеров, которые находятся на разных возрастных уровнях, живут в этих контейнерах, набирают массу для того, чтобы отправиться потом в Педедзе и другие реки Латвии. После зарыбления в среднем течении реки Педедзе форель, как активно мигрирующая рыба, может спускаться ниже или подниматься выше по течению. Вы никогда не увидите большой концентрации этого вида на одном определенном участке. К тому же Педедзе – река не широкая. В среднем расстояние между берегами не превышает 15 метров. Вот почему форель распределяется по всему водоему практически равномерно. При этом более сильные особи, конечно же, занимают самые лучшие места. Здесь очень интересное местечко, это запруда, ниже которой построена небольшая плотинка, и, в общем, начинается полноценная быстрая река. Здесь течение не очень сильное. Я вижу какие-то всплески отдельных рыб на поверхности воды, и здесь можно тоже кого-нибудь поймать. Даже в такой медленной-медленной водичке. О, вот оно! Это голец, мне кажется, и очень неплохого размера. Вот это боец! Он прыгает! Ух, какая красуля! Смотрите, нет, это не голец. Это не голец, это вот та самая форель, браун-траут. Очень красивая рыба. Сейчас намочим руку, чтобы взять ее. Оп. Посмотрите на эту красотень. И это бесплатные реки, и это Латвия, и это те реки, и то государство, которое заботится о нас, любителях, делает эту рыбалку такой увлекательной и интересной. Я уже люблю эту страну. Ну что ж, отпускаем ее. Благо, крючки позволяют это сделать без всяких проблем. Тихо, мои хорошие. Оп.